Полная перенастройка производства. Только так можно повысить производительность труда в Алтайском крае, который остается одной из самых низких в России. Об этом сегодня заявил министр экономического развития Павел Дитятев на встрече с журналистами. Сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, производительность труда в Алтайском крае хромает во многих сферах. У нас в крае она на четверть, а то и в половину ниже, чем в других регионах страны, отметил министр экономики Павел Дитятев. Сделать нашу продукцию конкурентоспособной поможет участие региона в национальном проекте. Производительность труда и поддержка занятости, который уже стартовал. Сейчас в нем участвуют свыше 20 крупных предприятий края. В рамках нацпроекта им окажут поддержку, научат, как сэкономить, оптимизировать рабочий процесс, в том числе за счет переобучения персонала. Кроме того, предпринимателям окажут финансовую поддержку. Кредит всего под 1% годовых, который можно потратить на модернизацию производства. Займ в данном случае предоставляет Федеральный фонд развития промышленности, то есть это не кредитная организация, а финансовая организация. Любое предприятие, которое вошло в число участников проекта, вправе обратиться за займом, его получить. По прогнозам экспертов, благодаря участию в национальном проекте за 5 лет производительность труда в Алтайском крае должна вырасти на 5%.